Опыт работы опорных пунктов подтвердили на практике первые бамовские совхозы. Урожаи трудного таежного новоселья обнадежил. Беда в том, что спрос растущего населения многократно превышает эти урожаи. Наш совхоз организован в 79 году. В этом же году мы начали заниматься производством реализации овощей. В 79 году получили 100 тонн, в этом же году уже 360 тонн. Есть, конечно, определенный успех, но те потребности, которые требуют от нас жители БАМ, мы явно на сегодняшний день не удовлетворяем. Почему? Нет людей. Молодежь работает в основном на БАМе. Есть, или там платят 0,7 коэффициент, то у нас 0,3. В основном трудятся пенсионеры. Второе – бездорожье. И третье – это неотлаженная система реализации. Вот пример. Мы вырастили урожай, а в это время, когда надо было его реализовать, в Орск поступила капуста с южных районов. В то время за длительную транспортировку она испортилась. И пока Орск ее не реализовал, они не брали нашу продукцию. А в то же время наша продукция тоже начала испортиться. Да, выстроить современное сельскохозяйственное предприятие ничуть не проще, чем промышленное. А запустить его на полную мощность, пожалуй, что и посложнее. Потому что основа технологии здесь – живые организмы.